Буквально 50 лет назад в этом местечке было маленькое поселение рыбаков и людей, которые занимались промыслом поиска жемчуга. В течение 60 лет это место превратится в прекрасный район Дубая. Сегодня же Джумейра является одним из самых элитных районов. Дословно переводится как «тлеющие огоньки» или «красивые». Как раз таки, когда рыбаки возвращались в ночное время обратно в свои дома, они в горизонте замечали маленькие горящие огоньки. От этого и идет название Джумейра. Район Мединат Джумейра Ливинг – один из самых известных прибрежных районов Дубая, в очень выгодном расположении для инвестиций, строительство которого ведется поэтапно со всеми удобствами. Архитектурная стилистика в большинстве из них приближенная к ориентальному стилю дизайна с типичным восточным озеленением. Джумейра – это эксклюзивный район на побережье Дубая. Он расположен вдоль 15 километров прибрежной зоны Персидского залива и считается одним из самых престижных районов. Здесь находятся всемирно популярные пятизвездочные отели, такие как Бурж-Аль-Араб в форме паруса, Джумейра Аль-Каср с позолоченными арабскими скакунами, Джумейра Мина Аль-Салам, окруженные райскими пальмами, Джумейра Аль-Масин, интерпретация восточного сказочного города. Удобное расположение Мединат Джумейра Ливинг имеет большое преимущество, потому что все находится в пешей доступности. Вам достаточно перейти дорогу, и вы попадаете в самое любимое место туристов. С одной стороны, самый популярный аквапарк Объединенных Арабских Эмиратов, а с другой стороны, райский уголок, который часто называют Дубайской Венецией, который расположился на 40 гектарах со всеми условиями комфорта. Это магазины, рестораны с шикарными видами, бутики, амфитеатр, музей современного искусства. А это непосредственно цифровой экспозиционный театр и кондиционированные улочки античного рынка сувениров Сук Мединат. Но больше всего эмоциональность придают присутствие старых арабских элементов внутреннего декора. Это вот древесные перегородки с прекрасным освещением. И все это на фоне 5-километрового искусственного канала, по которому гостей возят на арабских лодках Абра. Сейчас жарко, но на фоне этой прекрасной панорамы ты абсолютно обо всем забываешь. Сзади меня виднеется Бурж-Аль-Араб, та визуальность, которую мы видели из квартир Джумейра, Мединат Джумейра Ливинг. Благодаря удачным дорожным развязкам из Мединат Джумейра Ливинг вы за 10 минут доедете до Дубай Марина или Пайм Джумейра, выехав на скоростную автомагистраль Шейх Заид Роуд. Также рядом у вас располагаются огромные торговые центры, такие как Mall of Emirates в 5 минутах езды и новый торговый центр Dubai Hills Mall. А для любителей зеленых парков буквально в 10 минутах езды находятся два самых крупных зеленых парка Дубая – Сафа Парк и Барша Парк. Это один из примеров четырехкомнатная квартира на Мединат Джумейра Ливинг. В данной ситуации мы находимся в гостиной. Очень интересное оформление, потому что, во-первых, все окна ведут на Бурж-Аль-Араб. Самая суперская часть этой недвижимости – это, конечно, огромные две террасы, приблизительно 6 квадратных метров, оформленные металлической решеткой, но с необыкновенным видом. В этой зоне у нас находятся три самых дорогих отеля, включая Бурж-Аль-Араб. Располагается Бурж-Аль-Араб, семизвездочный отель. Вот эта дорога ведет эксклюзивно к этому отелю. Кстати, не все туда могут попасть. Вон в той зоне находится зона контроля. Дальше это водный парк Джумейра Бич Хотел. В дальни виднеется. И еще достроенные два новых отеля, которые, в принципе, обогатили панораму. Кстати, приобретая в этой зоне любую недвижимость, вы получите золотую визу на 10 лет. Место для гостей
место для еды, кухня из белого мрамора. Дальше находится комната для горничной, длинный коридор, который ведет в главную спальню. По бокам напротив каждой комнаты у нас есть туалет. Тоже все окна ведут на больше аляров. С этой стороны еще одна детская. И здесь, в принципе, очень интересное оформление окон. Кстати, обратите внимание на размер окон. Это панорамные окна с минимальным обрамлением. Ну, в принципе, здесь нельзя сказать, что она минимальная, хотя вид довольно интересный. И покажу вам главную спальню, которая очень интересно структурирована следующим образом. Здесь у вас ванная на две раковины, огромная гардеробная с двух сторон и непосредственно золотая ячейка с прекрасным видом на Бурдж-Аль-Араб, именно направленная на эту часть Персидского залива. Кстати, Джумейра Бич располагается по длине всей вот этой улицы. И здесь находится самая элитная резиденция. А вот эта часть, это самая эмоциональная часть, это терраса, которая входит непосредственно в стоимость квартиры, которую мы смотрели. По площади нашей квартиры, вот с таким уникальным строением, а это, кстати, классический вариант строения арабов. Вытянутые столбы, это своеобразная система креплений, чтобы башни не расходились. Внутренний двор, бассейн, Мадина Джумейра. С этой стороны у нас Бурдж-Аль-Араб с очень хорошо прорисовывающейся дорогой. В Дубае каждый Новый год именно вот отсюда производятся салюты. Каково будет собирать здесь друзей на Новый год, на исламские праздники? Я предполагаю, что это действительно того достойно. Очень первый раз вижу такой прекрасный вид с такой огромной приватной террасы. Хочу сразу вам показать очень-очень высокий стиль, озеленение, уход. Все эти деревья искусственно поддерживаются специальным питательным раствором. Здесь, вероятно, присутствуют небольшие фонтаны, сейчас они выключены. И, конечно, большой бассейн. По видам все очень-очень дорого. С этой стороны у нас Бурдж-Аль-Араб. Чуть дальше покажу зеленую площадку. Вот эта часть мне больше всего нравится. Именно эта часть имеет максимальную визуальность на фасад. И, вероятно, это место больше предназначено для отдыха, где можно вечером выйти с друзьями, посидеть, обговорить большие планы на Дубай. И детская площадка, маленький фонтан и еще одна зона для отдыха. Застройщиком проекта MGL является Мирас. Это еще один дополнительный залог вашей инвестиции. Сейчас Мирас Холдинг является одной из самых известных национальных компаний-застройщиков в Дубае и главным экспертом в сфере жилой и коммерческой недвижимости. Среди наиболее выдающихся проектов Мирас стоит отметить строительство района City Walk, один из самых запоминающихся районов Дубая, который расположен в непосредственной близости от Бурдж-Халифа. И, конечно, огромная концертная площадка Coca-Cola Arena. Именно у этого застройщика присутствует вот этот фактор, где он располагает в зонах своего строительства сооружение магнит, я так называю. Я думаю, многие даже часто используют этот термин, потому что именно это сооружение порядком увеличивает стоимость аренды, покупки и продажи жилья. Green Planet – здание высотой шестиэтажного дома, в котором собрана экосистема тропического леса из 3000 разных примеров флоры и фауны со всего мира. Порт де ла Мер – этот спокойный прибрежный район построен в средиземноморском стиле и похож на небольшой тихий портовый город. Насыпной остров. На той стороне еще одна очень дорогая недвижимость под названием Булгари.
Строительство искусственного острова Blue Waters Island, новый рукотворный остров, вызов всему миру в уникальных архитектурных решениях и строительство самого высокого в мире колеса обозрения Айн Дубай. Практически недвижимость здесь конкурирует с недвижимостью, которая находится на Пальм Джумейра. Эксклюзивность еще одна этого острова – это колесо обозрения, которое стало самым крупным в мире. Мы находимся в гостях у застройщика Мирас. Это на самом деле очень уникальный застройщик, который уже перешел на уровень масштаба государственного застройщика. Естественно, имея такие потенциальные возможности, может выбирать вот такие эксклюзивные месторасположения для своих проектов, потому что имеет огромный банк земельных участков. Еще один большой плюс этого застройщика – это ряд очень ярких, успешных проектов, которые реализован. И в том числе проект MGL – Madinat Jumeirah Living. Если вы посмотрите в общем плане этот макет, видно, насколько богато расположение этой недвижимости. На первой полосе по Персидскому заливу находится 3 5-звездочных отеля. Дальше у нас располагается в этой части вот эти 3 здания. Это недвижимость под названием Бламтара. Она была сдана в 2021 году. И те уникальные виды с Бурж-Аль-Араб как раз-таки идут вот с этой позиции. Вся эта зона называется фрихолд, та возможность, которая позволяет иностранцам приобрести недвижимость в таком невероятно красивом месте. Вот эти здания относятся к проекту Рахал. Тоже проект был сдан в 2021 году. В данной ситуации вот этот мост недостроен, и он находится напротив Мадинат Джубейра. Но самое интересное для меня – это проект под названием Джумана. Это 5-этажные здания, сделанные в современном urban style. Они полностью отличаются от арендного стиля. Речь идет о 5-этажных зданиях с большими, огромными панорамными стеклами от потолка до пола. Кластер Асаел. С 2023 года представлена прекрасная коллекция резиденции премиум-класса. К сожалению, квартиры доступны только на вторичном рынке. Джадил. Потенциальный ROI 8%. Сдача планируется во втором квартале 2025 года. Аль-Джази. Потенциальный ROI 8%. Будет готова в середине 2025 года. Лама. Планируется к сдаче в четвертом квартале 2025 года. И, конечно, вам будет интересно знать, что все проекты MGL названы в честь любимых лошадей шейха, правящей королевской семьи Аль-Мактум. Итак, друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Оставляйте ваши вопросы в комментариях. Если вас какие-то моменты заинтересовали, обязательно с вами свяжусь и постараюсь ответить на все вопросы.